Таксик, таксик, как это у нас все здесь настраивается? Угу. Вот так вот. Таймер, собственно, пошел. И пока я буду кидать угли на нашу чашечку, а какую я расскажу чуть попозже, буквально сейчас поставлю. Вот так вот. 4. Будем разъебывать, правильно? За слова надо разъебывать, будем разъебывать. Короче, суть такая. Маленький эксперимент. Компания Hype Hookah — это те ребята, которые делают вот такой вот чаек, ненароком заикнулись о том, что мы куримся дохуя времени. Дохуищу времени они курятся и типа готовы дать пососать лапку многим продукциям, потому что мы крутые. Так вот, я поставил себе таймер и решил проверить, а настолько ли так круто курица Hype, как о нем все говорят. Я уже снимал на этот продукт выпуск, на самую первую, наверное, ревизию этого продукта. Тогда она мне не очень сильно зашла. Тогда эти были такие странные zip-пакеты, непонятно к чему, как, все это было грязно, грязно, непонятно. Теперь компания Hype представлена вот таких вот сочненьких, красивых баночках. Под словом «сочненькие, красивые баночки» я говорю то, что у них крутой дизайн. Банки-то, понятно, они почти у всех одинаковые, а вот дизайн сочный и красивенький. Я проверю, сколько по времени он будет куриться. В этом видео не будет нарезки. Здесь ни один кадр не будет удален, поэтому я могу чихать, кашлять, на что-то отвлекаться. Но моменты, когда я не буду ничего говорить, либо просто буду прокуривать и понимать, что происходит с продуктом, я буду это видео ускорять. Специально, чтобы вы реально не смотрели этот видос 1:20, там, 50 минут. Может быть, чашка вообще загнется на 35 минутах, и как бы видос закончится очень быстро. Мы этого не знаем. Всю эту ситуацию усложняет, наверное, то, что ребята, возможно, и курятся свои 1.5 часа, но на коллауде. Я же решил все это проверить на фольге. В данном случае у меня 4 угля, и эта чашка у нас греется 3 минуты. Я думаю, можно взрывать. По ходу этого видео я еще расскажу про некоторые новинки, которые у меня есть. И, конечно же, расскажу вообще про сам Hype, что он из себя представляет, и как мы будем чувствовать всю эту деградацию вкуса. Где она будет пропадать, где она будет появляться и так далее. Ладненько. Первая на 3 минутах пошла. Окей, ярко. Я, наверное, взял 2 таких спорных вкуса в одной чашке. Это холодный спелый банан и кислое зеленое яблоко. В принципе, 2 вкуса получилось довольно-таки интересно. Здесь-то, конечно, никаких вопросов не будет. Как бы только начал курить, все и курится. Все самое интересное будет чуть попозже, но мы давайте пока немного будем курить и разговаривать про вот такой вот продукт под названием Sunray Hookah. Вот такой бокс многие смогли выиграть, многие из блогеров получили его бесплатно, а кто не блогер, и, собственно, могли его выиграть на стенде Sunray на выставке Hookah Club Show. Там они, собственно, их разыгрывали и раздавали. И, наконец-то, мои руки добрались сегодня до этого ящичка, и я готов вам его немного продемонстрировать. И так как это чашки, а чашек у меня дома дохуя, я готов весь этот красивый боксик с чашками Sunray, как есть, в девственном виде, разыграть среди вас. Как мы его разыграем? Все очень просто. Как только выйдет это видео на канале, сразу быстро ныряй ко мне в мой инстаграм.
Потому что там в историях будут условия. Почему все так сложно, переманивание трафика вы назовете? Нет, по механике на YouTube просто невозможно разыгрывать и невозможно выбирать победителей. Поэтому мы делаем как? Я выкидываю видос, записываю истории, люди переходят под это видео, выполняют те условия, которые есть в тех историях, и потом уже в самом Инстаграме я выбираю победителя. Я думаю, так будет максимально честно. Это единственный честный вариант выбрать реально правильно победителя, чтобы все остались довольны. С чашкой все супер. Так, смотрим. Здесь есть вот такая вот висючка, она довольно-таки интересная. На самом деле, я бы, наверное, скупал бы вот такие все вонючки для тачек в виде кальянной тематики. Это лучше, чем елочка, висячая на зеркале заднего вида. Чашечка куда круче. Есть также вот такая вот бомжанка, позвони мне. Есть тетрадка, потому что как бы школа закончилась, но следующий год никто не отменял. На самом деле это очень круто. У меня очень много таких тетрадей дома, и когда у меня родился ребенок, я стал понимать, как это здорово, что производители высылали разного рода блокноты. Потому что для ребенка блокнот и ручка – это как минимум 35 минут твоего спокойствия. Поэтому, производители, за блокноты, вот сейчас вам говорю, отдельный рахметос, прям вот душевный рахмет, что вы иногда все это спасаете. Это у нас поп-сокет. На самом деле очень сложно угнаться за этими новыми трендовыми словечками. Поп, есть поп-сокеты, есть симплы-димплы, есть попиты. И недавно на Алиэкспрессе появилась кингл-джингл. Что-то тоже какой-то антистресс, и надо его тоже будет дочке купить. Теперь давайте поговорим про сами чашки. Выглядят они вот так. Они массивные, тяжелые. И по внешнему виду я бы, наверное, сказал, что облако соси. Я вообще не понимаю, почему вы покупаете чаши облака, если есть куча других производителей, которые делают куда круче. Например, вот такая вот чашка, она выглядит божественнее. Да, она похожа на облако, но она, я больше чем уверен, по составу глины куда пизже. И самое главное, наверное, по среднерозничному ценнику тоже вкуснее. И есть вот такая в виде грибочка, она тоже очень крутая. И как я понял, знаете что, ребятки, именно в моем боксе, скорее всего, такое ощущение, как будто в бокс чашки закидывали прям с печи, потому что поролон прям на некоторых прилип, но это все фигня, все это быстро снимается. Поэтому, смотря это видео, ты знаешь, что вот такой вот комплектик чашек ты можешь выиграть. А мы чуть-чуть прям забили на наш кальян, дабы проверить, как он перегреется на самом старте. Моментальное восстановление. А по ромке ромка стала даже ярче, потому что чашка полностью у нас прогрелась и как бы очень круто. Угу. Ладненько, с этим боксиком мы разобрались. Теперь давайте-ка дадим ему немного просраться. Я сейчас его попыхчу, как паровозик, попержу с ним. И мы уже поймем, как он будет себя вести. Честно, такое ощущение, что я бы ему дал бы еще 5 углей. Еще бы пятого докинул бы, и было бы здорово. Потому что я его сейчас курю и чувствую, что ему немного не хватает жара. Хотя я знаю, что будет. Я сейчас добавлю, и он пойдет по пизде, потому что фольга – это дело мудрое. Тут нужно, блядь, все правильно делать. Нужно, блядь, тютелька в тютельку, блядь, за температуркой следить. Смотреть, чтобы уголечки стояли ровно, блядь. Это вам не коллаут. Ладно, поехали дальше. Прикольно. На самом деле очень прикольно. При очень интенсивном курении, а я пытаюсь курить намного интенсивнее, потому что я преследую, скорее всего, цель
сказать хайпу «иди нахуй», потому что ты хуйню написал в Инстаграме, и нихуя ты не куришься столько. Поэтому я курю как паровоз, пытаясь быстрее уложиться в тайминг и выебать его хотя бы за 20 минут. Яблоко раскрылось, оно не анисовое, оно типа а-ля Гренни Смит. И оно прямо вот сейчас у меня при интенсивном курении, как я до этого пытался вам про это рассказать, оставляет у меня очень много привкуса яблока. То есть банан в битве с яблоком проиграл. Но банан чувствуется. И очень хорошо чувствуется свежесть от банана. Она очень приятная. Так, мы уже прокурили достаточно времени, очень интенсивно. И меня немного подкрывает. На самом деле чай чаем, но накуривание и недостаток кислорода во время курения, то есть я вот так не дышу, а говорить немного о своем и начинать много меня накрывать. Поэтому я готов вам продемонстрировать супер, блядь, эксклюзивную, нахуй, охуевшую, блядь, новиночку от компании Механика Smoke, блядь. Это новиночка, и я этому очень рад. А на самом деле я очень давно говорил механике: ребята, блядь, что это за позор? Что это за мундштук? Это мундштук от механики. Что это за ебаный костыль, блядь? Сделайте что-то нормальное. И молитвы, да, вы были услышаны. И я вам сейчас покажу два вида мундштуков новых от компании Механика. Вот так это все открывается. Вы готовы? Первый у нас мятного цвета, вот такой вот. Вы, наверное, подумаете: ебать, что за хуйня? Нет, это делается вот так вот. И вы только взгляньте, здесь, кстати, типа силиконового шланга, очень приятная, не оплетка, не какой-то материал, не металл, там, не дерево, а резинка, и она очень приятная. То есть фанатам, которые любят держать шланг не вот здесь, а вот здесь. А я раньше любил шланг держать именно вот здесь. И вот так вот его курить, то да здравствует резинка на этой штучке. Это первый у нас мундштук. Вот здесь уже, как я понял, компания Механика сделала премиалочку. Ты понимаешь? Премиалочка у компании Механика. Это мундштук из нержи, он крупнее, он больше, и выглядит он уже вот так. Это вообще зачет, твою мать. Это просто охуенно. Механика заново придумала мундштуки. Очень круто. И теперь давайте же мы с вами сделаем анбоксинг и, возможно, поговорим об этом кальяне. Так, сколько у нас там время? 15. Давайте дадим хайпу перегреться. Представим, что я ушел на 5 минут в туалет. Я его не буду трогать и посмотрим, как он быстро восстановится. Либо соснет нахуй. Открываем. Вуаля. Смотрите, это просто нечто. Кстати, обработка поменялась, потому что если смотреть за историей Максима из Механики, то они полностью поменяли все оборудование, переехали на более мощные склады, грубо говоря, помещения, и там уже ебенят с нуля. Здесь у нас начинается квест «Собери механику с нуля». Кто не в курсе, многие кальянные на конкурс выдвигают такую вещь, как «Кто быстрее соберет кальян механику». Потому что ее недостаточно просто собрать. У нее есть своя последовательность. Если ты миллион раз не собирал механику, то тебе это будет сложновато сделать. Поэтому я ускоряюсь. И возвращаюсь. И вот такая вот механика мини. Вы только взгляньте. Да, она не стала супер-супер прям маленькой, но при этом она стала поменьше, чем сзади, которую механику вы видите.
Это очень здорово, это вполне походная механика, которую с собой очень удобно брать. Она намного выше, чем хайп. Хайп вообще пиздюк маленький, но при этом механика получилась бомбезной. За что огромный респект компании «Механика». Давайте попробуем вам подробнее рассказать, что здесь поменялось. Во-первых, поменялся по ходу материал. То есть он стал какой-то более полированный, он стал какой-то более сдержанный, и выглядеть он стал гораздо приятнее. Также ребятки, как я слышал, избавились от свистящего клапана, потому что они сделали на клапане сверху дырочку и поменяли вот это устройство, которое, грубо говоря, блокировало сам шарик. Теперь оно с отверстием, и он больше не свистит. Ликуйте, любители механики, кого напрягало, как он свистит. На самом деле очень здорово, и цвет бомбезный. Ну, согласитесь, кайф. По курению, скорее всего, ничего не поменялось, поэтому об этом мы не будем с вами говорить, к чему, что и как курится. Но выглядеть он стал бомбезнее, он какой-то более собранный. Ага, я понял. Не так давно компания MIG, немецкая, Made in Germany, презентовала свою новую модель, и она была полностью слизана с механики, только размером меньше. Механика, наверное, подумали, а вы чё, пидорасы, охуели? Мы сейчас сделаем вам мини-модель. И выкатили вот такую вот модельку. На самом деле, ту механику от компании MIG я трогал, и она пиздец паршивого качества. Вроде вы скажете, MIG, это всё охуенно, но нихуя. Так, что мы дали нашему хайпу? Ой, бля, пизда тебе, братишка. Ну-ка, не продувая. Перегрелась. Но тут же, сука, восстановилась. Хуй его знает, ребятки. Вы все видите. Сорян, если было таймер не видно. Таймер работает, нарезок нет, максимум ускорения, а уголечки стоят 20 минут, никакой градации вкуса не было. Вкус как был яркий, вкус так и остался, по крайней мере сейчас. Но хайпу еще рано радоваться, 100%, потому что, как мы знаем, и как я знаю на своем опыте, у многих вот идет, и пизда, накрылось, все, просто аромка пропала и все. Он начинает горчить, першить, он больше не дымится и как бы вообще никуда он не идет. Здесь же все заебок. Ладненько, давайте-ка я ему еще накину интенсивности курения, а вы можете понаблюдать, как все это будет прикольно видеть, когда все это ускорено. Сука, голова кружится, но я должен, блядь, сделать так, чтобы, ну, что-то хуёвое с этим кальяном было. Прям нормально кроет. Немного кроет, а я думаю, надо поставить сразу новых углей, потому что я подразумеваю то, что поставив новые большие угли, хотя бы 3 штуки, мы его просто уроним и все. Я пойду за уголечками, ты пока не переключайся, я сейчас быстро ускорю, смотри на таймер. Так, уголечки я поставил и принес маленький инсайд. Я не знаю, можно это показывать уже или нет, но это Чебака и Чебака обновленный. Уже такой красивенький, я о нем недавно рассказывал, что компания Чебака наконец-то, блядь, поменяла дизайн и сделала реально аппетитные баночки. Мы сейчас поговорим про это, потому что, чтобы просто не пиздеть без толку, аж хоть что-то рассказать. Так, пока идем сюда. Короче, компания Чебака совсем недавно обновила дизайн, много чего поменяла, добавила прикольные вкусы, добавила кучу других линеечек, но самый главный инфоповод – это обновленные пачки, и обновленные пачки выглядят очень круто.
Чебака. Простой путь к удовольствию. Это аромат для наслаждения каждым моментом в жизни. Забей чашу в соло или собери микс. Ищи сотни готовых миксов на сайте Колесо Миксологии. Кто не в курсе, можете зайти на этот сайт. Там очень годная инфа. Даже если у вас нет чебаки, там можно нихуёво собирать миксы, даже из того, что у вас есть. Фейхуа. Это у нас вкус. Тропический аромат сладких и экзотических ягод. Включаем чебака романтику. А, нихуя себе! Смотрите, ребятки, они каждую пачечку сделали прикольной темой. А здесь свидание. Назначаем, включаем чебака романтику на фейхуа. А на вкусе мороженое сигара, причем принты охуительные, блядь. Круто. А здесь у нас идет уют. Добавляем чебака стиль. Включаем. Неужели они все пачки так сделали? Реально. Это у нас освежающий виноград. Включаем чебака праздник. Знаете, что я обычно делаю с виноградом? Вот так. Потому что, блядь, самый уебанский вкус — это виноград. У всех производителей. Так, индийский манго, здесь чебака позитив включает. То есть вот это все они, блядь, так заморачивались, ебать. Чебака комфорт, чебака эмоции, чебака позитив, чебака гармония, чебака удача. Это лук? А, это лимонграсс, блядь. Чебака фэнтези. Короче, вкратце хочу про чебака сказать что. В том, что... У вас до этого были большие пачки. Прям ты держал пачку вот так в руке и такой, ебать, какая охуенная нестандартная пачка, потому что она размером круче. Так, мы дали немного нашему хайпу еще раз просраться, я забыл про него. Не, нихуя. Вкус как держался. Держался. 28 минут... Как будто на старте, так, в принципе, он и держится. Только лишь на этом моменте реально хайпу можно уже так потихонечку готовить награду. 30 минут уже хорошо. Для курения в заведении, либо дома, в принципе, 30-40 минут мне достаточно. Короче... Уголечки почти подошли. Если сейчас я поменяю угли, блядь, и он еще прокурится 10 минут на новых углях, можно тупо просто завершать этот эксперимент и отдавать премию хайпу, и особенно не хайпу, технологу хайпа, который смог, блядь, сделать продукт, который без потери на данный момент вкуса, а именно большой части вкуса, до сих пор курится. И вот. Возвращаемся мы к пачечкам. А теперь они сделали, мне кажется, даже меньше, чем стандартная пачка. А здесь у нас вроде бы 50 грамм, и она безакцизная. Значит, бля, я не смогу ее в Хукамаркет перепродать. Надо будет написать пацанам с Хукамаркета, сказать, что, пацаны, сорян, в этом месяце я вам чебака не смогу продать по свойской цене, потому что они у меня безакцизные прислали. Да ладно, я прикалываюсь. Все, что у меня есть, все, что мне присылают, я обычно умудряюсь за это время скуривать. Сука, из-за интенсивности курения мои часы думают, что я занимаюсь спортом, потому что я дышу, мое сердце бьется быстрее, и он мне пишет: вы еще можете сделать это, Дава, у вас еще хватит времени закрыть кольца подвижности и упражнений. Это того стоит. За и вот, ребят, даже Apple Watch вам говорят, что курение кальяна в каком-нибудь лаунже либо дома — это к здоровому образу жизни. Apple Watch пиздеть не будут. Но вот эта пушечка просто замечательная. Просто огнище, блядь. Огонь его нахуй. Так, ребятки, углечки подошли, пора констатировать факт. У нас, блядь,
На таймере у нас опа. 35 минут чистого курения. Вода у нас не покрылась хуйней вообще. Далее. Ничего, в принципе, на прямоточной чашке не провалилось. Констатируем самый главный факт в том, что я, как вы видели, к углям вообще не прикасался. Это значит, что не было какого-то контроля температуры. И у нас как бы идет прям все супер-супер. Я пойду сгоняю за уголечками, и мы продолжим с вами курить наш хайп. И я, сука, хочу его затопить. Я больше уверен, я сейчас накину нахуй 4 угля, 4 поставил. И мы его сожгем. Ха-ха! Таксик. У нас 37 минут чистого курения. Представим, что подошел кальянщик и сказал: давайте-ка я вам сменю уголечки. На самом деле, ребятки, это не хайп. Из-за того, что мы интенсивно курим. Я так хлебнул сейчас этой травы, Из-за того, что мы интенсивно курим, а вода начинает пениться. За счет этой пены, и пена попадает вместе, грубо говоря, затяжкой в шланг и потихоньку скапливается. А в пене это самый смрад такой, Так, мы перевалили за почти 40 секунд, 40 минут. И я вам что хочу сказать. Уголечки поставил, в принципе, скачка температуры в самом табаке не было. Он как бы выдержал. Но эксперименты требуют жертв. Короче, давайте фиксировать. По вкусу у нас был холодный банан со льдом и зеленое яблоко. От зеленого яблока отвалилась кислота моментально. То есть он стал таким более нейтрально терпким. А от яблока минут, наверное, как 5 назад полностью отвалилась вся свежесть. Банан стал прям карамельный-карамельный. И в итоге все это у нас компонуется в том, что вспомогательные аромки отвалились сразу. А у нас остались уже основные аромки, это банан и яблоко. По температуре держится норм, вот здесь сейчас говорить за хайп, то что, он начал перегреваться, либо у него появилась какая-то горчинка во вкусе, будет просто большой ошибкой, потому что, в принципе, этого не появилось, но и вот немного где-то чувствуется в том, что уголь новый, и, скорее всего, уголь имеет маленький аромат, потому что он снят только что с плитки. Но при этом всем, 39 минут, 40 минут, это курица охуительно. Что там у нас? 41 минута, мне просто становится уже хуёво. Реально, да, комната полна дыма, работает кондёр, но он как бы не вывозит всю эту ёбаную канитель, происходящую здесь. Поэтому, если ты досмотрел это видео до данного момента, просто пиши комментарий, что ты думаешь о хайпе, и оставляй свой инстаграм. Под этим же комментарием, в этом комментарии. И среди этих комментариев, где есть инстаграм, мы будем разыгрывать бокс с тремя чашками от компании Sunray. Это тебе маленький такой бонус, без перехода в мой инстаграм, и то, что ты досмотрел до этого момента, ты можешь уже приступать к этому делу и оставлять комментарии. Ой, ебать, кроет. Походу Дава сломался. Таксик. Ребяточки, пора, наверное, сделать маленькую паузу, но мы не будем выключать камеру. Мы не будем выключать таймер. Короче, вкусы остались. Как я до этого говорил, они потеряли уже процентов, наверное, 50, если не 60, из первоначальной яркости вкуса. Поэтому дядя Дава пойдет быстро, сделает Дава пойдет быстро, сходит по своим делам в белый кабинет, глотнет водичечки. И как раз мы, думаю, на этом закончим. А закончим мы тем, что я пойду все это сделаю, чашка пускай перегревается, и мы уже потом подведем итоги. Сейчас я приду.
Ага, ребятки, я вернулся. Сколько у нас там на таймере? Ну, прошло чуть больше 5 минут. И я заролил. Да, ну иди нахуй, хайп. Ну ты серьезно, блядь? Не, ну это, блядь, кажется, какая-то ебанутая хуйня. Все, хайп сгорел, ребятки. Табак хуйня, чай хуйня. Вообще не прокурился, даже и 20 минут и не перегрелся. Поэтому я добился своей цели, я его сжег хуям. Все, он нахуй не курится, он нахуй никому не нужен. Так я примерно хотел сказать. Но он продолжает куриться. При том, что мы курили его на фольге, не на коллауде. Прошу заметить, что фольга более щадящая именно к долгосрочному курению, нежели чем коллауд. Это первое. Во-вторых, он полностью не потерял свой вкус при этом курица. Мы сделали замену угля. Поставили 4 новых 25-х угля. Он даже это выдержал. Короче, я, наверное, подвожу итоги и не вижу смысла дальше курить. Потому что как он прокурился, этого уже, в принципе, достаточно для того, чтобы сказать, что чай хайп, а реально курится очень долго. Учитывая, что я курил его еще очень интенсивно, что у меня вспенивалась колба. И если брать это обычное нормальное курение, где ты куришь, что-то делаешь, еще куришь, то можно и дотянуть до всех часу 20. Как, собственно, и заявлял хайп. Поэтому обосрать продукт не получилось, от чего я очень расстроен. Потому что я знаю, что людям нравится, зрителям нравится, когда ты просто хейтишь продукты. Когда ты говоришь, что продукты хуйня, хотя таковыми они не являются, людям это нравится. Им это больше нравится, когда ты объективно говоришь и критикуешь продукт, восхваляя его какие-то реально достойные качества. Это людям не нравится, ты сразу продался. Здесь я решил, что у меня получится его затопить, но при этом подойти к этому обзору довольно-таки субъективно честно. Да, тут объективности маловато, но при этом всем хайп. А при том, что аромка почти не потерялась, и даже сейчас я немного попиздел, я больше чем уверен, что он чуть-чуть словил перегрев, но при этом нормализовать его не составит никакого труда. Закончили нахуй. Хотел посильнее продуть колбу и шланг, но мы вот так вот красиво закончили. Это был Дава Дым, и я жду ваших лайков и комментариев. Я напомню, что на кону у нас чашки от компании Sunray. Всем пока!